Продолжим. Моя любовь любовная. Я уже неоднократно говорила, что ни одна стирка без этих салфеток, ну просто никак. Это опять же электричество экономия, вода экономия, ваши порошки экономия, да, ополаскиватель, все экономия. Не застирываются вещи. Салфетки кошмарные, я уже показывала, ни одно видео снимала. Вещи зато шикарные, чисто все. Ой, давно не брала, надо. Вот кто говорит, девчата, витамины там как-то не подходят, либо что бесполезно, я тоже говорила. Для начала хотя бы с месяц почистите свой организм. И не забывайте периодически, их можно, травы разные, различные для сердца, для желудка, женские, каких только нету. Пожалуйста, я все время вам говорю, спрашивайте, я всегда вам все подробно расскажу, опишу. И помогу сделать заказы. Пожалуйста, на постоянной основе можно пить эти чаи, никакого вреда от них нету. Натуральные травы. Наконец-то я урвала лаванду. Сколько масел мы уже берем. Лампы у меня обе есть, я уже вам показывала тоже. Какой шикардос. Вот лаванда ни разу не брала, потому что ее все время не было. Так, это что я взяла? Тоже чистота и легкость тела. Ага, вот, их два. Думаю, что такое. И легкость дыхания. Докупила один пакетик, по-моему, у меня закончились. Так, ну это мой чек. Пеленка целая. Где это я? Вот это я. Все, пожалуйста, вот такой чек. Не помню, сколько здесь баллов. Потом глянем. Так, тушь. Да, я взяла новую тушь одну. Распакую, покажу. И вторую я взяла, по-моему. Да, это моя любовь. Только я всегда брала коричневую, много лет уже пользовалась, очень нравится. Тут я посмотрела у своей же клиентки глазки, реснички, я обалдела. Она взяла такую тушь черную, ну, решила я попробовать. Линеечку я тоже давно смотрю. В общем, в этот раз я решила заказать. Хотела несколько штук взять, но решила взять одну для начала. Посмотреть, что это. Ладно, это мое, можно и порвать. Одной рукой неудобно открыть. Ну, только хрушка, да? Извиняйте меня. Так. Посмотреть хочется, что это и как-то. А, вот так вот это все запаковано в мешочке. Такие твёрденькие, плотненькие полосочки. Упаковано очень классно. Тоже я их еще не пробовала ни разу. Столько отзывов. Ай-яй-яй, сейчас пришла жара. Зимой я брала с подогревом. У меня даже еще одна коробочка осталась. По-моему, там один или два пластыря. Теперь надо брать охлаждающие. Ну, не открою я одной рукой. Да, вот 5 штучек их идет. Охлаждающие пластыри. Подробное описание. Всем, пожалуйста, скину, кому интересно. Потому что рассказывать это будет очень длинно. Так, поехали дальше. Ну, это естественно. Это как всегда. И вчера, да? Вчера у нас закончилась акция была. Для дома. Я тоже там заказала. Ой, это красота. Я вот эти панельки, вот это все сбрызгиваю. Все, я это... Моется на ура. Тряпка, знаменитая тряпка. Также ее все хвалят, что она только не убирает. Без всяких моющих средств. Ну, я чисто для зеркала взяла. Ну, естественно. Сейчас я эти тряпочки попробую зеркала. Потом все свои панельки на кухне. Естественно, это все помоется. И я думаю, что мне придется их штук 8 взять, как минимум. Чтобы были на все. Вот это вот муж увидел, он сказал, все. Я ее заберу. Я говорю, ну нет. Так что, девчата, смотрите. Отзывы я вам тоже уже скидывала. Кому надо, закажем. Без проблем. Пишите. Дальше поехали. Тоже сейчас еще есть один день в запасе на отбеливатель. И пятновыводитель. В любом количестве берите. Главное, чтобы была парочка. И сейчас хорошая акция, скидка. Ура, у меня закончилось. Наконец-то пришел мой крем. Не поверите, я как всегда сапожник без сапог. Я себе заказывала, но у меня женщина попросила. Пришлось. Ей уже брали тоже несколько баночек. Хотела пораньше взять как раз пила антибиотики, но не было на сайте. Пришло попозже, ничего страшного. Желудок, это вообще просто для всего. Допустим, у кого желудок болит, изжога. Здесь очень большой спектр действий. Впрочем, как и у всей продукции у нас, да? Ну, естественно, как же я могу не взять то, что уже полюбилось нашей всей семьей. Кстати, девочки, гранулы сейчас, я вам уже говорила, в этом каталоге, напоминаю, остался еще один день, в этом каталоге они дешевле, чем будут в следующем каталоге, так что имейте в виду. Конечно же, все три я опять повторила. Так. Ой, наконец-то, две кутикулы взяла. То все домой, мужикам, про себя забываю. Вот такой карандаш, это просто красота. Такой я не брала, у меня есть старенький, которому уже 2 года. Масла там достаточно, просто сама кисточка вот эта распушилась. Здесь есть запасики. Может быть, туда подойдет, пока туда использую. Так, это у меня девушка заказала крема. Тоже сейчас на них очень хорошая цена. Можно сказать, даже смешная цена. Все, это мы унесем. Это тоже любовь любовная. И один крем, вообще идут в серии 4 крема. Один крем пришел ранее. В предыдущем заказе. Вот этих не было на складе. Сейчас дозаказали. Так, такой кремчик у меня на исходе.
Люблю, обожаю, прелесть. Уже много раз рассказывала, поэтому повторяться не буду. Этот тоже уже неоднократно была, что открытая коробочка. Ну, главное, здесь все закрыто. Все как обычно. Тоже 100 раз уже рассказывала, говорила, показывала. Кому надо, повторю, пишите. Да-да-да, перевыпуск у нас дезодорантов. Немножко другой дизайн. Все, сейчас у меня муж дождался. Так, все закрыто, я одной рукой не открою. По-моему, я все 4 взяла. Ну-ка. А, нет, 3. 3, а их вообще 5 есть. Сиреневый, голубой, да, зеленый, коричневый. Все правильно, 5 цветов, 5 ароматов. Взяла 3. Это тоже я ни разу не брала, БАД тоже сколько читала, слушала. Железо у меня, оно вообще дефицит, как у многих. Поэтому надо начать уже принимать. Сколько ж можно. И, наконец-то, сколько ж я его ждала. И все время у меня вылетало из головы. Отправлю заказ. В итоге мало в теле не положила. Девочки, вот как он выглядит. Он небольшой, но он хватает на очень много. И какой спектр действий, я вам тоже уже неоднократно рассказывала. Это просто спасение должно быть в каждом доме. Это вот ваша аптечка на все случаи жизни. Кстати, вот сейчас можно показать. Чистая рука. И слава богу. У меня от локтя до кисти был ожог паром страшенный. У меня был в холодильнике вот этот крем. Я его намазала тонким слоем. Тут же просто покрывается тонкая пленочка от этого крема. И в течение недели, в день, я, ну, когда забывала, 2-3 раза вот так в день помажешь, все равно же стирается, пользуешься, да, вот вещи там все, вот это, где тушь сходишь. В течение недели он мне выживил, заживил всю руку. Все, даже следов, я говорю, шрамов ничего не осталось. Так, ну и последнее, как всегда, хочется быстро-быстро показать, ну и хочется и рассказать. Ой, давно не брала, тоже рассказывала, видео у меня есть на YouTube, и в ТикТоке есть видео. Какая-то красотень, как он отмывает пятна, я специально на сына куртки черным маркером прям густо начеркала. И вот этим шампунем тут же просто это все стерла. Прелесть. Это уже тоже рассказывала неоднократно. Повторяю, повторяю, буду повторять. Это тоже моя любовь. Также неоднократная. Также буду брать, брала, беру и брать буду. Ой, наконец-то. То же самое. Все это неоднократные повторы. Это моя любовь. Как я люблю, как это пахнет. Вообще эта серия с лавандочкой, это просто, просто огонь. Так, ну все, коробка пустая.